Загрузились. Есть. Не знаю, поедем с охраной. Что-то я взял эти в этот раз. Колпачочки взял. Фильтр воздушный один взял. Надо было побольше взять. Это клей. Клей взял. Что-то еще, блин, взял. Не помню, что. А, масляный фильтр еще же взял, да? А где он? Ё-моё. Вот он. Я один масляный фильтр сейчас поменяю. На масло. А эти поставим наперед. По 100 рублей они. 100 рублей штучка. Это пятихаточку. Это тоже пятихаточку, две штуки. И это тоже пятихаточку. Вот, короче, так вот и получилось. Сейчас документы доделаю и поедем домой в Ульяновск. Блять, ёбаный урод. Фантазер. Ты его называла. Что-то у меня охранники где-то сказали, говорит, езжай, мы тебя догоним. Как поедешь? Я говорю, я еще не решил как. Через Сергач, говорит, или через Чебоксары, не знаю. На связи, говорю, будем. Вот и снова проезжаем. Блин, опять красный. Ё-моё, блин, а. Ой, земель стоит здесь. Монро. Лимон дороги. Что-то мы никак не можем раскочегарить. Поливка идет, утрамбовочка. Да, ну сейчас, наверное, я думаю, через Сергач можно проехаться. Ладно, посмотрим заодно дорогу как там. А то тут что-то ремонтики. Сеченого. Сеченого проезжаем, друзья. Давай, давай, бать, проходи. Все равно красный. Подремонтировали, а где-то, короче, вообще под разбито хорошо прям. Быть добро. Видишь, как тут все дела. Нашему. Ага, быть добро.
Молодцы. Запчасти на трактора, на КамАЗ направо. Место-то одно у меня, ё-моё, блин. О, Полецкая 40, Шумеля 80, Чебоксар, спасибо. Латель. 1552. Уровень заправки, что-то поехал. Значит, будешь отдыхать, как улитка. Что-то на бочок газельки прям едет. Вечереет, вечереет. Пам-пам. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, да дома, да дома. А, да у нас выгрузка же еще будет. Ё-моё, вечерняя, ночная, какая там уже. Парам-пам-пам, парам-пам, парам-пам-пам. Кстати, когда сидишь вот это на трубке, да, что-то гоняешь эту вату, как говорится, туда-сюда, и ничего, время быстро летит. Сейчас на выгрузку, там 6 километров до выгрузки. Сейчас выгрузимся. Время, кстати, 11 часов доходит. 11 часов у нас, короче, ждут. Сразу нас рассчитают. И можно домой ехать спокойно. Тара-та-та-та-та. Может, Макдак? Макдак, не хотите, ребятишки? О, новый дом, что ли, отстроили? Пока меня не было. Офигеть. Что ты, братишек? Макидаки. Ушкалевское кольцо. Ё-моё, блядь. Смотрите, зальете зимой Лукойл-то нам. Я одного прошлой зимой толкал нам. Только, говорит, залился на Лукойле, соляра замерзла, говорит, нам. Такая вот движуха, положуха.
оказывается все. Ну, пиздец, охранник, блядь. Рыло свое пилит везде, блин. Пойду документы оформлять. Короче, едем дальше. Ух ты, блин, тут дорога, блин. Нифига себе, тут сколько горючки, бля. Пей не хочу, да? Ё-моё, все влетело в воду. Ё-моё, блин, а вот так снаружи ты не скажешь, бля, что здесь производство, бля. Сейчас выгрузит по-быстренькому, ну, домой. А что, лучших работников нет у вас, что ли? Что-то стенд пустой. Есть, пока еще новые фотографии не сделали. А. Вот, вот этот прогал есть вот. Ну, вот, туда задом, да, что ли? Ну, да, как бы, чтобы тебя уже. Ну, сам стой, как, чтобы. А тут там заходить надо? Или ты сейчас зайдешь, предупредишь? Вот и все. Раскидали, блин, за 3 минуты, блин. Водочку пьем, водочку пьем, водочкой только живем. Опа, их тут у них, блин. А здесь что, одностороннее движение? Нет, тут, по-моему, нету, да, налево же я могу. Лучше здесь, там знак налево. Так, это мне сейчас налево. Тепло надо вообще. За Волгу. А ну что, налево и поехали. По центру прям. На мост? Да. На газель, думаешь? А, блин, точно, это же. Да, на газель не пустят, блин. Тогда, значит, туда, через север. А-а-а. Ладненько, давай, счастливо. Ну, нормально, чё, познакомились с начальством сейчас напрямую. Чем мы через мост можем проехать, да? На страх и риск-то нам. Фиг с ним. Блин, единственное это. Да ладно, по мосту по старому сейчас попробуем проехать. Я думаю, ничего страшного не случится. Дома настроили, а? У меня здесь знакомый купил в этом доме, блядь, 6,5 мультов, на. Ну, как бы для нашего уровня это, по-моему, так нормально, мы ценим его. Там где-то в Москве, конечно, это ни о чем, на. Ну, а здесь нормально. Реально просто, блин, объезжать, конечно, весь город сейчас на новый мост. Это жесть, конечно. Попробуем проскочить, не знаю, конечно, что получится. Если стоят, то хер пропустят они, блядь. Не пропадало.
до 2,5 тонн, бля. Короче, туда сдвигается и дорогу разбивает. Ну как бы вроде бы так. Что-то они тут вот делали из бетона. Ну не знаю, что у них тут получилось, блин. Время, конечно, позднее. Сегодня вторник, блядь. Здесь сам нормально, 8 утра проезжать, здесь нет никого. Сейчас стоят, то сейчас они меня тормознут. А если нет, то можно будет проскочить, попробовать нам. Ну, вроде бы нет никого. Вот здесь мы раньше ездили, там железная дорога. Да, построили, вот потом новый мост, вон он, теперь по другую сторону мы едем. Ну, раньше, в 90-х годах, наверное, конец, могли здесь просто даже развернуться на мосту, блин. Ну, а что, молодые были, был лет 18, наверное, чудили, блин, а сейчас вспоминаешь, блин. Я вот здесь даже умудрялся как-то раз заснуть, и вот по этому бордюру с левой стороны, короче, машина поднялась, еду, блин. Не помню, с каких-то мы гулянок, что ли, ехали. Я по бордюру, блин, ну фартануло мне, короче, меня что-то, не помню, то ли меня толкнули, то ли что, блин. Здесь постоянно пробки были огромные, блин. Такой вот мостик здесь. Ну ничего так особо. В него еще пароход врезался, я не помню, в 89-м что ли. В 89-м он не там поехал, не под тем проемом. И, короче, третью, четвертую палубу, короче, срезал вместе с людьми. Тогда что-то много народу тоже погибло. 89-й, по-моему, 82-й, блин, что-то я не помню, кстати. По-моему, 89-й, блин. Тут, о, фура пошла. Вот так вот и все. Ага.
Рацию надо выключить. Вот и все, и мы уже на Нижней. Срезали мы вообще очень хорошо, довольно-таки так нормально. Давай газу, ё-моё, блин. Сейчас а то заморгает. Вот мой бы самообслуживание, тут все дела. Асфальтик у нас сделали. Победу построили вон. Участок здесь хороший, захапали. Опа. Здесь у нас 40. Здесь 20-ки. Что-то у меня в последнее время здесь прилетает. Дальше вот не сделали. Ставить лайк,